Сергей Филипенко более 15 лет служит участковым в Кировском районе. Свой участок знает практически наизусть, поэтому с задачей обеспечивать безопасность справляется на отлично. За что и был награжден ведомственной наградой. Отмечает, что важно правильно выстроить работу с жителями, тогда и службу будет нести легче. Гражданам надо свой подход найти, как бы в какой-то степени психологом надо быть. Каждому гражданину как бы свой надо ключик подобрать, свой подход. Подбираем подход, все нормально, все под контролем будет, да, справляемся. Сергею Филипенко, а также другим офицерам полиции вручили ведомственные награды в честь столетия службы участковых уполномоченных полиции. Дата праздника связана с утверждением инструкции участковому надзирателю. Этот документ был принят 17 ноября 1923 года и положил начало формированию института участковых в советской милиции. Участковый уполномоченный и в настоящий момент осуществляет связь между гражданами и полицией. На веренных участках несет безопасность и общественный порядок. Я поздравляю всех вас со столетием образования службы. Поздравили с праздником и ветеранов службы. Им вручили благодарственные письма за их добросовестную и ответственную работу. Среди награжденных и Александр Караваев. Он работал участковым еще в СССР, а сейчас наставляет молодых сотрудников, чтобы они меньше ошибались и чувствовали себя уверенными в своей работе. Когда вот сейчас иду и живу на своем бывшем участке, и иду по участку, по соседним, потому что много приходилось общаться, люди выходят с благодарностью и говорят спасибо. Вот это значит, мы работали правильно, и это вот дает ощущение того, что делали мы правильно и делали это для блага людей. После торжественного собрания участковые вернулись на свою службу, ведь защищать покой на вверенных территориях необходимо вне зависимости от праздничных и выходных дней, а жители могут обратиться за помощью в любое время суток. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.